Быстрее, выше, сильнее. Первенство Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок в двух возрастных категориях до 20 и до 23 лет прошло в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Легкая атлетика – это не только одна из самых древних и наиболее популярных дисциплин во всем мире, но и неиссякаемый источник вдохновения для многих спортсменов. Сестры Муратова, Олеся и Алиса уже 6 лет занимаются легкой атлетикой. Мотивация и поддержка друг друга – залог успеха, высоких результатов и побед на соревнованиях. Всегда вместе во всем были. И с детства на все всегда вместе ходили, в школу. У нас были общие интересы, общие хобби, все всегда с сестрой. И как-то родители не хотели нас делить. Нам так самим тоже было проще. Всегда есть сестра под рукой, если что, поможет, что-нибудь скажет, сделает. Бег с барьерами и препятствиями, короткие и длинные забеги, ходьба, прыжки в длину и высоту, тройные прыжки. Программа двухдневных соревнований, по результатам которых будет определена сборная Московской области для участия в первенстве России по легкой атлетике. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Чолковское телевидение.